Давайте посмотрим на одну иллюстрацию, которая привела меня в смущение. Авторы данной иллюстрации явно делают отсыл на то, что сейчас происходит со свидетелями Иеговы в России. 9 из 10, смотрящих это видео, подумали, что брат страдает за веру. Увы, они ошибаются. Еще раз внимательно посмотрите на эту иллюстрацию и ответьте на вопрос, в чем подозревают брата. Правильно, его доставили в арбитражный суд. Это какие же нужно делать экономические преступления, когда ты не сам приходишь, а тебя доставляют в арбитражный суд под конвоем? Вы думаете, что авторы иллюстрации просто ошиблись с названием суда? Лично я с вами не согласен, в этом что-то заложено. Давайте немного порассуждаем,